всем привет. Значит, у нас уже третий день охоты после открытия. Сразу на следующий день мы поехали с Лехой на разливы. Мы сейчас тоже на разливах, но в другое место. Мы выставились возле скоротка, еще по-темному. Налетела тройка гусей белолобых. А практически ничего не видно, но два штуки выбили. Это вороны какие-то решили. А, гуси. Включай. Давай, давай. Отлично. С полем. Наконец-то. Потом начался дождь, ветер. Мы все промокли, короче, замерзли. До часов 10, наверное. Полдесятого. До полдесятого посидели и собрались, пошли. Промокли. Мы объездили на поле, там как бы садились гуси серые. Ночью закопались. Пошел, короче, с утра дождь. Еще по-темному. Дождь, снег. Вымокли шуцуцики. Третий день гусиной охоты. Я промок как скот. А Димон взял плащ. Скоротки выкопаны, а гуся нет. Гусь не летит. Что интересно, за целый день даже не увидели ни одного гуся. Димон, там еще кто-то ходит. Сегодня утром ездили вот сюда на разливы. Ну, кстати, гуся вообще что-то мало. Перелетный вообще не подтянулся. Пару стаек только вот летает. Утром же сегодня трофеи не было. Но на Брестскую область антициклон на выходных пошел. Я думаю, он гуся немножко сдвинул. По недавней информации, в Германии полная поля гусей. Вот видите, с утра был лед. Практически растал. Сегодня мы утром на разливы вышли поохотиться. Тоже по темному расставились. Делали скородок. Еще в темноте налетела стайка белолобиков. Но поспешили, надо было не стрелять. Я, в общем, камерой запутался, то я и не стрелял. Где? Ага. Тут белобобики будут. Будем стрелять сразу. Высоковат. Я зацепился, сука. Гуся подбил, он упал там за разлив. Он похоже потом уже как полностью свиднело, он сходил его добрал. Молодой. С полем тебя поздравляю. Спасибо. Что он такой? Замученный. Бесполосный. Молодец. Это, не знаю, давай сфоткаю тебя. Давай стань там возле коротка. Не складывалась охота вообще никак, потому что погода была плохая, лед замерз, гуси покрыли синим,
чучела наши покрыли синим. Еще плюс мы проламывали лед, такие дороги с пузырями. Гусь подлетал, всю эту картину видел, я сворачивал. Было пару налетов, налетела пара серых, но тоже на пределе выстрела. Низко? Будем бить, если найдем. Далековато. Метров 40 мы по ним стреляли, но не попали, не сбили. Улетели они благополучно. Вот сейчас на вечер сюда же приехали, посмотрим. Может, на разлив сюда на ночь будет какие гуси лететь ночевать. Но гусь пока не пошел, вот. Блин, в феврале снег не шел, а в марте пошел. Второй день. Короче, лёта нету, гуся нету. Надо, чтобы гусь прилетел и резко холодно опять стал. Тогда он потусуется у нас, и мы успеем на него поохотиться. А не пройдет за день, как обычно. Короче, что получается? За 3 дня сколько налетов? 3 налета за 3 дня. Сегодня 2 налета, считай. По 2 же стреляли. Ну да, 3 налета за 3 дня. Блин, это вообще. И один день без налетов вообще-то. Так не то, что даже без налета, вообще без гуся. Даже не видели в глаза.